И к новостям. Спорта. В Карабдахкенском районе собрались велосипедисты и спортсмены со всего Дагестана, а также из Чечни и Таджикистана. Там прошли состязания по национальным видам спорта и велогонка «Мира и добра» протяженности дистанции, которая составила 19 километров. Самых сильных и ловких также выявляли в гиревом спорте и армрестлинге. Наш корреспондент Гаджимурад Диюдинов не мог такое пропустить. Спортивный праздник на окраине Губдена собрал велосипедистов и представителей национальных видов спорта Дагестана, Чеченской республики и даже Таджикистана. Открыли турнир силачи-гиревики и армрестлеры. Лучше всех, а точнее больше всех подъемов тяжести сделал Шамиль Вагабов из Губдена. Его земляк Магомед Шапи Абдусаламов дальше всех метнул гирю. А вот в споре рукоборцев не было равных Амару Залбекову из села Грубуки. Для участников важны спортивные результаты и призовые, а вот у организаторов свои цели. Велогонка традиционная, уже четвертая. Делается в рамках Международного дня защиты от терроризма. Это третье число трагедии в Беслане. Приурочиваем ко дню единства народов Дагестана. Вообще соревнования проводятся с целью формирования положительного имиджа образа селения Губден в медийном пространстве и в общественном сознании. Всем, чтобы ни одна машина не выезжала, кроме судейской. Велогонку, как самое зрелищное, оставили на десерт. Маршрут Губден-Сергакала-Губден. 19 километров шоссейной гонки. 50 участников проходят подъемы, виражи и спуски. Промежуточный финиш на границе с Сергакалинским районом первыми преодолевают гонщики Махачкалы, Губдена и Гурбуки. Им удалось оторваться от основной группы. Они же распределят призовые места на финише. Как говорят победители, в велосипедном спорте недостаточно просто крутить педали. Здесь важна выносливость мышц, сердца и дыхания. Первым финишную черту пересек представитель махачкалинского клуба «Байк Бэнд Клуб» Мурад Амаров. Гонка оказалась довольно-таки сложная. Хоть и трасса сравнительно небольшая, но конкуренты попали сильные, и пришлось вкручивать, и довольно-таки устал. Победители определяли среди участников, кому до 30 и старше. Лучшим гонщиком четвертой велогонки «Добра и мира» среди участников старше 30 лет стал гурбукинец Магомед Ганипа Абдулгусейнов. Мы как-то запланированно как бы сообразили еще до гонки свою группу. Как бы не удалось, был какой-то такой провал в группе, но все же все молодые в группе были со мной. Было, конечно, тяжело с молодыми. Большинство велогонщиков довольствовались просто участием, а вот победителей наградил президент Республиканской федерации велоспорта Магомедали Багандов, чемпионом велосипеды, проигравшим специальные сувениры. Кроме того, вся призовая пятерка получила от генерального спонсора Шамиля Чамсуева кубки, медали, грамоты и денежные премии. Эксклюзивные подарки вручили оргкомитету велогонки, которая, как уверяют устроители, станет ежегодной. Гаджимурад Зиаудинов, Ирасхан Мисриханов, Рамазан Амаров и Юсуп Газиамаров. Время новостей.